В эфире информационно-правовая программа «Де-факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Не скандальте на улице, вас могут взять с поличным. ОМОН задержал наркокурьершу со спайсом. Разбой опохмелки ради. По итогу до 15 лет в местах не столь отдаленных. Санитарно-социальная очистка Гомеля. Милиционеры проверили городских бомжей и нашли одного розыскника. Не переключайтесь. Обычная работа по патрулированию улиц сотрудниками отряда милиции особого назначения в конце прошлой недели привела к раскрытию преступной схемы распространения наркотиков. Была задержана гомельчанка, у которой обнаружили почти полсотни доз наркотического вещества. По данному факту на днях возбуждено уголовное дело. На женщину обратили внимание на улице Вишневая, Гомеля, когда та вступила в конфликт с мужчиной. Милиционеры подошли, чтобы выяснить обстоятельства. Внезапно женщина начала убегать от правоохранителей, чем и выдала себя. Как потом выяснилось, 26-летняя официально безработная гомельчанка – мелкий курьер. Делала закладки небольших доз спайса. При ней нашли свыше 40 пакетиков с курительными смесями, общим весом более 30 грамм. Так называемый спайс – это сильный психотроп, популярный в молодежной среде наркотиков. Женщина сотрудничала с одним из интернет-магазинов по продаже этой отравы. Сейчас идет разбирательство и поиск других торговцев, их курьеров и организатора преступной группы. Также на причастность к наркоторговле проверяется и мужчина, задержанный вместе с закладчицей спайса. Мужчина и женщина были задержаны. При посадке в автомобиль был произведен поверхностный досмотр их одежды и ручной клади. В пакете, который находился у девушки в руках, помимо личных вещей, оказалась открытая пачка сигарет марки «Минск», в которой были видны несколько полимерных пакетов с белым порошкообразным веществом. На вопрос о том, что именно находится в обнаруженных свертках, девушка отвечать не желала. Оба задержанных гражданина были доставлены в райотдел для дальнейшего разбирательства. 1 августа по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время проводится проверка. Желание продолжить праздник во что бы то ни стало у людей, злоупотребляющих спиртными напитками, зачастую переходит все границы дозволенного и нередко заканчивается скамьей подсудимых и немалым сроком. В минувший понедельник у жителя деревни Неглюбка Ветковского района в обед возникло непреодолимое желание, как говорят, дойти до кондиции. Но ни спиртного, ни денег на его покупку у безработного 54-летнего мужчины не было. Перебрав все варианты решения своей насущной проблемы, он остановился на одном из самых простых – взять пенсию у престарелой соседки. Дверь в дом была не заперта. Войдя внутрь и не обнаружив там хозяйки, он принялся искать спиртное или что-нибудь, за что можно было его приобрести. Но вскоре был застигнут врасплох. С огорода вернулся хозяйка. Застав дома незваного гостя, она потребовала покинуть помещение. Гражданин пытался задушить бабушку, и наносил ей удары различными предметами по частям ее тела. Применяя насилие, открыто похитил у бабушки денежные средства, которые находились в платке, завязанном на ней же. Ножом он срезал этот платок и похитил открыто эти деньги. В настоящий момент гражданин задержан в порядке статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса. Проводятся все необходимые следственные действия, назначены экспертизы, как судебно-медицинские для установления степени тяжести причиненных ему телесных повреждений, так и дактилоскопические и другого вида. Теперь возможность пригубить гречительной жидкости обвиняемому в разбойном нападении представится не скоро. Санкция статьи предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с конфискацией имущества. Вместе с тем сотрудники милиции просят престарелых граждан выполнять несложные рекомендации, чтобы не попадать в подобные ситуации и не стать жертвой мошенников. Первое. Необходимо не открывать двери незнакомым людям. Кто бы к вам ни пришел, это могут быть представители горгаза, могут представители быть социальных каких-то структур, представители различных организаций. В первую очередь необходимо, конечно же, спросить у них документы, удостоверяющие личность. Если у вас есть вопросы, если есть у вас подозрения, и вы не знаете этого человека, лучше всего не открывать дверь и сразу позвонить в милицию по телефону 102. Более того, сейчас прошла деноминация, и не исключается такие случаи,
случай, когда к вам будут обращаться неизвестные люди с просьбой или с просьбой обменять деньги старого образца на новые. Ни в коем случае не поддавайтесь на уловки мошенников, потому что деньги меняют только в банках. И никто, никакие частные лица или другие организации не вправе делать этого. И третий совет – закрывать окна и двери на замки и другие запирающие устройства. Тем самым вы оградите себя от преступников и мошенников, которые всегда рады поживиться вашим имуществом. Другая не менее криминальная история под мухой разгорелась в прямом смысле этого слова в агрогородке Губичи Будокошелевского района. Там мужчина из ревности поджег свою сожительницу. Вернувшись порознь от гостей, во втором часу ночи 34-летний мужчина, изрядно разогретый алкоголем, стал высказывать своей сожительнице претензии по поводу ее неблаговидного поведения. 35-летняя женщина вернулась гораздо позже мужчины и тем самым дала повод для серьезного разговора. Семейная ссора на почве ревности переросла в скандал. Не найдя убедительных доводов и мер воздействия, мужчина открыл бутылку с горючей жидкостью, выплеснул содержимое на сожительницу и поджег. Через некоторое время мужчина одумался, схватил одеяло и при помощи него потушил пламя на женщине. Сам вызвал скорую помощь. Женщину доставили в районную больницу с термическими ожогами 2-3 степени. Она до сих пор находится в реанимации. Мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания. С ним работают следователи. На месте происшествия проведена проверка показаний с участием подозреваемого, опрошены соседи, родственники. По уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе дактилоскопическая, экспертиза нефтепродуктов и судебно-медицинская. Ожоги подразделяются на 4 степени. Первая степень – это самая легкая. Она характеризуется обычно простым покраснением кожных покровов. Если к этому добавляется образование пузырей, то это уже будет вторая степень. Следующая, более тяжелая степень – это третья, которая характеризуется омертвением кожи с образованием так называемого струпа серого или черного цвета. И самая тяжелая степень – это четвертая, где затрагивается не только кожа, но и глубже лежащие слои, то есть мышечные ткани и даже кости. Вот. При этом ожоги третьей и четвертой степени, они требуют специализированной хирургической помощи. Все обстоятельства происшествия, степень тяжести нанесенных телесных повреждений будут установлены в ходе следствия. Остается добавить, что мужчина был ранее судим за кражу. Социально-санитарной зачисткой на неделе занимались правоохранители. Во всех районах областного центра прошла спецоперация «Бомж». Во время проверки лиц без определенного места жительства удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Например, в Советском районе обследовали все традиционные места нахождения таких людей. Это заброшенные стройки, пустующие частные домовладения и территории около магазинов по продаже спиртного. К примеру, этих двоих мужчин и женщину задержали у магазина «Садко» в районе завода пластмассовых изделий. Кстати, кроме традиционных мероприятий по установлению личности и проверки по базе данных МВД, этим людям проверили здоровье и сделали необходимые прививки. Отработка указанная проводилась совместно с белорусской организацией «Красного креста». Было задержано порядка 25 граждан указанной категории, которые поставлены на соответствующие милицейские учеты. В отношении них проведена оперативная работа по установлению причастности и к совершению преступлений не только на территории города, но и на территории области. В рамках мероприятия было задержано одно лицо, находящееся в розыске. Сегодня нет сколько-нибудь точных данных о числе бомжей в городе. Эти люди в подавляющем большинстве не имеют документов и постоянно мигрируют. Достоверную информацию о них выясняют только посредством дактилоскопии через единый банк отпечатков пальцев. Среди бомжей не только граждане нашей страны, есть и россияне, и украинцы. У многих за плечами свой криминальный опыт. В органы внутренних дел поступает мало информации о таких лицах, хотя каждый гражданин может помочь нашей работе по задержанию таких лиц. Более чем уверен, что если мы наладим взаимодействие с нашим населением, у нас будет меньше совершаться правонарушений и преступлений. Сотрудники областной инспекции охраны животного и растительного мира провели очередное контрольное мероприятие. Примечательно, что одновременно инспекторы в разных группах работали и на суше, и на воде. Итог – задержано несколько любителей незаконной рыбалки и так называемой «тихой охоты».
Тихой охотой принято называть сбор грибов и ягод. Правда, собирать у нас можно далеко не все и не везде. В прошлом месяце было выявлено 9 фактов незаконного сбора грибов на загрязненной радиацией территории. Такая тихая охота наказуема. Только в ходе последнего контрольного мероприятия в Ветковском районе были задержаны сразу 4 граждан. Все они без утайки пояснили, что в последующем грибы свои продают на рынках в обход санитарно-эпидемиологических служб. Так, в Ветковском районе на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, данными гражданами было собрано порядка от 1 до 2 килограммов грибов, которые впоследствии они отвозили на привокзальную территорию города Гомель и их реализовывали. Данное деяние предусмотрено административным кодексом по статье, по части 1 статьи 15.26, санкция которой предусматривает штраф до 20 базовых величин. Вблизи деревни Октябрёво Кармянского района инспекторы увидели рыбака на лодке. Издали было видно, что удочки у него нет. Когда подошли поближе, нашли поплавки, установленные неподалеку лесковой сети. В самой лодке была еще одна снасть и немного рыбы. Подняли вторую сетку и пересчитали весь браконьерский улов. Получилось почти 10,5 миллионов неденоминированных рублей ущерба. И это не считая штрафных санкций за подобную рыбалку. Вред, нанесенный окружающей среде незаконным выловом рыбы, составил порядка 50 базовых величин. Ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 1 статьи 15.35 Административного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф от 20 до 50 базовых величин. В самом конце прошлой недели сотрудники аппарата управления внутренних дел Гомельского облсполкома массово взялись за оружие. К счастью, никакой чрезвычайной ситуации не произошло. Милиционеры сдавали нормативы по стрельбе. Для отработки навыков ведения огня был выбран войсковой полигон внутренних войск в Рижском районе. А сама стрельба преимущественно велась из автоматов Калашникова. Задача – попасть в неподвижную мишень под названием «грудная фигура с кругами». Огонь одиночными выстрелами. Расстояние до цели 100 метров. На поражение по 3 патрона. Наравне с мужчинами на одном огневом рубеже отстреливались и девушки в погонах. В положении для стрельбы упор лежа прекрасная половина УВД показала хорошие результаты. Девушки выбивали в среднем по 20 очков из 23 возможных. Для 3-килограммового автомата АКСУ с ощутимой отдачей и максимальной прицельной дальностью стрельбы до 400 метров задача довольно непростая. В целях формирования устойчивых навыков использования и применения различных видов огнестрельного оружия у сотрудников милиции на открытом стрельбище войсковой части 55-25 города Речицы прошел общий сбор занятий по огневой подготовке сотрудников управления внутренних дел Гомельского облсполкома. На этом все. Смотрите «Де-факто» на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Если вы стали свидетелем происшествия, свои видео и фотоматериалы вы можете присылать к нам на электронный адрес defacto@gmail.com. Наиболее интересные из них мы покажем в нашей передаче. Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог.